красить Сканию, прицеп. Короче, все, сейчас помою, съезжу. Все покрасим, все освежим. Потому что, конечно, уже такая немножко вид унылый, грустный. Все перекрасим, все покрасим. Так, приехал я на мойку. Сейчас помоем свою Сканию. Будем готовиться к покраске. Так что все будет четко. Так, помоем, почистим. Зашкурим все. А еще круче, у него брызговики. Это вообще ни у кого таких нету. Это технология. Ноу-хау называется. Все. Ноу-хау технология. О, там тоже брызговик, вот. Это плавающие брызговики, да, это называется. Все, видите как? Все круто, блин. Вот так, блин. Такие брызговики надо придумать, блин, ё-моё. Так, вот генератор замотал пакетом. В прошлый раз мыл, блин. И потом после мойки генератор накрылся. Так что лучше заматывайте пленкой. Сейчас помоем. Процесс пошел. Красота. Вот так. Вся машина прямо сияет. Сейчас мы ее приведем в порядок. Будет вообще. Мотор помыли тоже. Чистенько все. Ну все, теперь красотка. Помыли четко, все хорошо. Ну все, помыл, выехал. Сейчас еду на стоянку. Ну видите, я уже здесь собрал уже там и постельное, и все. Я обычно вот это все буду выбрасывать. Я обычно год проходит, выбрасываю нафиг все. Я когда делаю, я говорю, все, в кабине обновляю. Все выброшу и покупаю все новое. Одеяло, матрас, подушку, все новое покупаю. Также занавески, это я уже постираю, потому что они из плета очень хорошие, добротные такие. И это. А так обычно я обновляю сразу салон, кабину. Да, хотелось бы еще перетянуть салон новый. Ну так, по максимуму все обновляю, чтобы все было нормально. Так, помыл машину, двигатель, все, что можно было вымыть, все вымыл. Все, вымыли мне там, ребята, все нормально. Короче, сейчас поем, начну чистить, красить, все будет тоже готовить к сезону автомобиль. Ну и так, чтобы было аккуратно и свеже выглядело, так скажем, да. Хотя она у нас и старенькая машинка. Ну, зато старенькая, но зато такая она у нас. Работяга, так скажем. Работа. Да, ну вот, видите, заклеиваю фары. Всю канитель заклеиваю, все тоже, чтобы не закрасить. Сейчас буду шкурить. И буду потом. Ну, сейчас зашкурю все. Ну что, вот приехал я вот в такой магазин. Леруа Мерле. Мерлен. Это. Выбираем краску себе. Он набрал уже здесь краски. Всяко разные. Колеса красить все. Так что процесс идет у нас. Красок миллион, блин. Надо выбрать какую-нибудь нормальную такую. И такие всякие разные краски здесь, конечно. Так, вон, клею фары, заклеиваю. Все. Сейчас возьму болгарку здесь зашкурю. Буду чистить. Все заклеиваю. Но здесь фонари все равно я новую буду ставить. Номер заклею, все новое буду ставить. Ну, все равно стекла потом может пригодятся. Может, кому-нибудь подгоню стекла. То бывает, там ребята спрашивают, кто-то бьют там. Не, я-то новое себе поставлю. Здесь вот так же номер обновлюсь тоже, видите. Все, все буду. Все будет новенькое.
я шланг подсоединил. Вот здесь компрессор у меня, ну это ресивер там идет. Пульверизатор. Все у меня купил там, что-то рублей 500 стоит, недорогое. Ну красит хорошо. Мне дорогое не надо. Я не собираюсь там полярники там. Нормально. У меня есть еще там хороший пульверизатор. На всякий случай купил еще один. Так что вот так процесс идет у меня потихоньку. Сейчас пробегусь, покажу немного, что я уже сделал. На вот немного пыльнул, вся грунтом пыльнул вот здесь, видите, так все. Сейчас еще колеса надо, там еще прицеп у меня еще, короче, здесь у меня еще работы. Ого, кабину надо там еще, я все полностью не буду красить такие злачные места, ее просто надо полировать, она немного это, и будет вообще четко. Ну, закрашу, там тоже обработаю эти места. Сейчас я решил низ, раму, колеса, все. Потом уже займусь кабиной. Потому что я один. И, конечно, я все сразу не успеваю. Тоже работы много, помощника нет. Да, иной раз проще одному все сделать. Это я тоже зачищу, покрашу, тоже будет все четко. Короче, делаю потихонечку. Сразу грунт, чищу и грунтом покрываю, чтобы, потому что это... чтобы не было никаких нюансов. Видите, у меня темно-серая краска и белая. Я ее, короче, смешиваю, белую с серой. И получается вот такое вот немного посветлее серое. И будет нормально. Сейчас я, видите, пока потихоньку грунтую. Но я говорю, я потом вот краски мешаю. Так что вот так, друзья, идет у меня такой процесс покраски по полной программе. Занимаюсь. Сейчас будет, да, видите, грунтую, потом покрашу. Попробуем. Так, друзья, переехал я немного возле прицепа, стал, потому что шланг не достает у меня до конца прицепа там. Это, сейчас вот купил вот такую серебрянку, всегда крашу ей, диски для дисков. Короче, фигарят диски вообще отлично, как новые получается. Сейчас я диски пыльну, потому что я грунтом покрыл. Хочу все, там, кто там помнит. Вакса этой вот, мазали колеса, а я не вакса, я это, взял черную краску, я вам резину черной краской прохожу. И вообще просто такой огонь будет. Красота, как будто новые колеса будут. Новые диски. И все это так потом смотрится офигенно. Все хорошо. Сейчас я покрашу и потом сниму, сфотографирую. Да я так уже делаю постоянно, просто я уже знаю, как будет. Потом подкрылечки еще покрашу, все, и прицепчик покрашу. Фонари новые будут. На прицепе вот здесь все новое будет, все, я уже отрываю нафиг все это дело. Синей краской также покрашу. Также и с Канио. Ну, короче, красота. Красота будет неописуема. Ну, получается вот как-то так. Сейчас обойду, тут здесь сосед машину поставил. Вот так вот получается пока. Блин, ну вечер, честно говоря, уже так подустал. Так что уже завтра, уже солнце садится. Главное, чтобы дождя не было завтра. Видите, вот такая у меня канитель. Вот так. Так, ну это у нас вот так получается. Красим, мажем. Все, огонь. О, бампер какой сзади. Это для особо одаренных, для особо слепых. Чтобы было видно. Хотя он был всегда красный, это я его освежил просто. И стал вот такой вообще красный. Да, я фонари уже говорил, буду ставить новые. Сейчас номер обновлю, тоже новый будет. Эти желтые покрашу. Короче, все будет четко. Все огонь. С Canyon тоже, блин, фигарим, красим. Короче, процесс идет по полной программе. Все будет четко. Вот, я немного
покажу так, как получается. Вот так вот. Ну, еще там надо докрасить, там покрасить. Короче, еще работы много работы очень много работы. Так что, ладно, не будем отвлекаться, погнали дальше работать. И хочу эти тоже светодиодные поставить, противотуманки попробовать. Не знаю, посмотрим еще. Так, как раз ноу-хау. Ну, я вот всегда ставлю вот такие штуки на подножке, чтобы зимой не скользить. Вот я здесь со своей стороны ставил. Сейчас покажу. Вот видите, уже сносилось. Вот здесь все новое тоже вот эти поставлю все. Ну, по размеру вырежу. Вот видите как. Короче, зимой вообще очень хорошо. Не скользит. И, во-первых, еще может снег с ног, ну, с обуви стряхивать. Вообще получается офигенная штука. Вот я купил в магазине вот такие, да, штуки. То есть по размеру вырезаю, видите, ставлю, потом по размеру вырезаю себе, и все нормально получается, как бы. Очень удобно для зимы, потому что бывает здесь наледь, скользит, и ноги стряхивать, еще четко все. Вот так вот колесики у меня выглядят. Вот так у меня вообще вся машина теперь выглядит, да. Так, ладно, это не о том. Я вот здесь фонари себе новые. Сейчас будем ставить фонари тоже на прицеп. Сейчас отнесем. Будут фонари. Хочу. Поставлю. Кстати, у меня про прицеп спрашивали. Там рассказать, как он раскладной, не раскладной, как он что работает. Ну, я, у меня там, конечно, есть видео, но мне не трудно, конечно, рассказать там еще раз, кому интересно. Вот так, сейчас поставим новые фонари, представляете, как будет? Крутяк вообще. Номер тоже надо обновить, подсветку, все. Короче, все еще работы очень дофига. Все, такие ништяки буду новые ставить, как бы, что вообще было вообще все четко. Вот так, видите, как получается. Я чуть подальше отойду. И это прицеп, да, мне тоже спрашивали про прицеп, как он раскладной. Вот раскладной, потому что зачастую просят двадцатки, то есть маленькие контейнера ставить под срез, чтобы подъезжать на разгрузку, загрузку, потому что когда посередине ставишь двадцатку и площадка, им неудобно, они просят именно, чтобы было под срез, чтобы можно было заезжать прямо к воротам подъезжать. Ну, для этого, конечно, я его складываю, потому что если сюда поставить и его загрузит он 20, он перевешивает, машина становится вот, короче, перевешивает не очень хорошо, особенно зимой. Здесь все просто в этом прицепе у меня. Складывается он ручкой, вот здесь рукоятка, первая скорость, вторая там, то есть складывается просто. Вот у меня ручная, видите, такие зубцы, это как лапы складываются, только, то есть складывается зад прицепа. И все нормально. С двадцаткой выехал. Видите, прицеп сложил. Все четко. Так что работаем. Так, вот это с этой стороны получается так. Ну как, нормально, да? Ну это еще не закончил. Это у меня пока черновик такой еще пока. Пока еще все впереди. Вся красота будет впереди. Еще будет прицеп еще освежать. Все, я говорю, просто вообще времени не хватает. Там все то. Утягачивал немножко, видите, как это. Освежил тягач немного, блин. Так, мой конек-горбунок. Безотказный. Тоже четкий. Ладно, это потом. Самое главное, покраска у нас идет. Полным ходом. Вот такая вот. Огонь, красота. Все четко. Процесс идет, как говорится. Пойдемте туда. Покажу вам еще красоту немного. Кабину немного там заделал, подкрасил. Бачок еще новый поставить, белый, и вообще будет супер. Огонь. Так что вот так. Прицеп я вон там покрасил тоже. Сейчас обойду с той стороны солнца, то солнце светит в камеру. Не очень хорошо видно. Так, вот такая вот красота у нас. Так что подгоняй, давай, буду тебя красить. Принимаю заказы.
Принимаю заказы на покраску. Отгоняй. Будем красить дальше. Вот так, и вот занимаетесь фонарями, проводкой, всеми делами. Так что процесс идет по полной программе. А ветер дует, тоже снимать не очень удобно, там все шумит. Так что потом сделаю, уже покажу. А что здесь показывать? Провода там, прикручиваю новые фонари, там перекручиваю, ремонтирую. Что можно отремонтировать, ремонтирую. А так новенькое все ставлю. Вот этот фонарь тоже поставил, все. Какие-то оттенки разные, тут блестящие, тут не блестящие, не поймешь. Вроде бы купал одинаковые, какие-то на свету разные оказывается. Ладно, потом я их скомпоную, будет все четко. Вот такая вот красотища. Резинки подложил, чтобы там не замыкало. Ну, бывает там, где плюс, бывает это, чтобы все было нормально у нас тоже. Да, я обычно там подкладываю, чтобы ничего не перемыкало, не замыкало. И все. Так что все, огонь. Сейчас процесс, вот еще новые фонари везде ставлю. Такой у меня процесс идет потихоньку. Так что занимаюсь проводкой тоже. Я люблю всегда, если делать, так делать, чтобы все было новое, все четко было, все конкретно. Чтобы не было всяких соплей там, всякой ерунды. Потому что сейчас придет зима. И когда придет зима, вот тогда и будет понятно, как это у нас все было. Так что будем делать. Все хорошо, все на совесть, для себя. Вот такая вот красота получается. Все четко. Небольшие штрихи надо закончить. И все нормально будет. Уже третий день там, ой, уже неделю, наверное, занимаюсь, какой третий день. Так что вот такие вот дела. Вот такая вот красота. Сейчас еще рамку надо, кабину еще тоже доделывать. Короче, работы очень много еще. Потихоньку, видите, вам показываю, как у меня все происходит. Технадзор рассматривает у меня автомобили. Как, говорит, покрасил. Ну вот сегодня с 20-кой выехал. Видите, прицеп сложил. Все четко. Так что работаем потихоньку. Еще я и подсветку не закрутил. Блин, все. Ладно, я сейчас закручу, все сделаю. Просто надо чуть выехать тоже поработать, чтобы тоже клиента не потерять. Потому что здесь дело такое, знаете. Пока будешь ремонтировать, всех клиентов растеряешь. Так что я в процессе ремонтирую, езжу и поделаю. Так что все будет у нас еще впереди. Ладно, погнали работать.